Василий, вторая мотострелковая Таманская дивизия, 47-й отдельный батальон связи. Рота связи запасного командного пункта, взвод управления, начальник аппарата. Приехали на учение в город Воронеж. Завтра на 12 перемещены в Курск, в Белгород. Потому что заходить на Украину сказали сегодня в сопровождении колонны топливозаправщиков. Передвигался под старшей колонны был полковник Смирнов. Сколько единиц техники? Какая? 10 единиц техники, 9 топливозаправщиков. Тайфуны или что это? Одна машина МТО, техническое обеспечение. Угу. Куда выдвигались именно населенный пункт в Украине? Населенный пункт Березовка, Березка, не могу сказать. В связи с чем выдвигались? Громче. Сопровождение топливозаправщика. Угу. Ты контрактник? Почему ты связист? Попал в обеспечение. Людей не хватает, отправляют только военнослужащих по контракту. Понятно. Контракт я сам подписал. В 2015 году. Так, потом, куда ехала колонна? Ну, в Березовку, понятно. Ты как оказался на территории города Сум? Я был в машине МТО. Ехал в Кунге. Так. Потом. Мы отстали. Потом я попал сюда. А как ты попал сюда? Машину остановили, обстреляли.